Одним из немногочисленных творческих мероприятий нынешнего года стал фестиваль-конкурс «Созвучие мирного атома». Проходив в заочной форме в ноябре, в нем приняли участие музыканты из атомных городов России, Венгрии и Республики Беларусь. От Десногорска выступили воспитанники Десногорской музыкальной школы имени Глинки. Общими усилиями наш город занял в этом конкурсе второе место. Организатор фестиваля, Фонд содействия развитию муниципальных образований, Ассоциация территории расположения атомных электростанций, дарит нашим обучающимся денежные сертификаты магазина музыкальной литературы «Дом нот» города Санкт-Петербурга. Сертификаты и дипломы участников 26 декабря получили 8 человек. Юные музыканты в возрасте от 10 до 14 лет. Они достойно выступили в 4 выбранных номинациях: фортепиано, народный инструмент, инструментальный ансамбль, струнно-смычковые инструменты. При этом участники отметили специфику выступления в условиях пандемии. Часто бывало так, что школа была закрыта, и мы не могли встречаться вместе и нормально проводить занятия. А по дистанционке проводить занятия – это очень сложно. Побеждать могут все, если они этого хотят, если им это нравится, то обязательно тогда победишь. Музыканты надеются на улучшение эпидемиологической обстановки и скорейшее возвращение к полноценной учебе.